Начнем выпуск с главных тем. К этому часу в Дагестане подвели итоги единого дня голосования. Так прошло 19 кампаний, в результате которых избрано 17 депутатов сельского совета поселения и один глава села, села Чуни Левашинского района. А вот главу села Тлядал Бештинского участка не избрали из-за того, что ни один из кандидатов не набрал достаточного количества голосов. Там пройдет второй тур. Явка на выборах составила более 65%. Это один из самых высоких показателей по стране. В избиркоме республики отметили, нарушений в ходе выборов не зафиксировано. Выборы прошли в целом спокойно, как я уже отметил. Жалобы и обращения ни в избирательную комиссию республики, ни в избирательную комиссию, организующую выборы, не было. Вот. В принципе, как бы на хорошем уровне прошли выборы, спокойно обстановка. Эта избирательная кампания считается небольшой, а вот в следующем году выборы будут более масштабными. Избрать предстоит 600 депутатов сельского собрания и глав сел.